Доброе утро всем. Мы едем сегодня с Лизой на фитнес, как всегда, опаздываем. Почему опаздываем? Потому что Лиза не захотела надевать вот эту красивую новую красную шапку. А шапка нужна, потому что мы после бассейна будем выходить, а на улице довольно-таки холодно. Вот Лиза устроила такой маленький скандал, спросила, что у меня такой возраст у нас, 30 лет. Да, машет ведром. Так что вот шапка нас буквально затормозила. Мы на всех парах несемся к нам в Зубово. Богом. Утро нас встречает прохладой и солнцем. Приятно. Такая погода классная. Смотрите, какое небо. Вообще обалденное. Ну вот кот какой-то мурлычет. Вот нам всегда везет на кошек. Мы всегда живем и подбираем. Капец. И здесь кошки. Хочешь, Лиза? Все хочешь съесть, да? Хочу вам кое-что показать. Вот этот чувак, вот он так поставил машину. Странный чел. Зачем он думал, интересно? Ну, просто вот обратите внимание на номер, может, кто его знает. Скажите ему, что он человек крайне невоспитанный. То есть вот так, конечно, безусловно, не делается. Ну, совесть надо иметь, согласитесь. Тем более, это Леруа Мерлен, где вообще мест вот недалеко от входа, ну, практически нет. В Леруа Мерлен, а здесь вокруг все сплошь интеллигенция. Вот обратите внимание на нашу культуру быта. Тут я тележку еще отодвинула. Вот где стоят другие тележки. Ну, люди могли хотя бы их куда-то к столбам приходовать, а в итоге они стоят на проезжей части практически. Ну, вот есть интеллигентные люди, покультурнее. Ну, как-то нормально, по-человечески. Ну, вот тут вот явно не городской народ, да, скажем прямо. Тележку так подставил. Подставил, я не оговорилась, не поставил. Еще очень интересная манера парковаться у людей. Вот что-то сплошь и рядом. Я, конечно, надеюсь, что я зря гоню на этого человека, потому что, может быть, вполне, что здесь не было места для парковки. Кто-то вставал сюда, ему пришлось сдвинуться посередине. Ну, согласитесь, странно. В общем, если знаете, передайте ему привет. 313-й АВХ. Это владелец Гетца просто дурак, да? По восклицательному знаку заметно. А вот его сосед как-то странный просто человек, невоспитанный. Ну, в общем, вот одни инвалиды здесь. Хотя их меньше стало. Единственная инвалидная машина на всей парковке. Такие сокровища я купила в Леруа Мерлене. Коробочка для игрушек. Еще купила смесь. Буду делать всякие строительные вещи интересные. Сейчас вам покажу. Корзиночку, white spirit. Ну что здесь еще? Скотч обойный. Валик вот в комплекте взяла. Потом порадую всех информацией, что я такое сделала и как. Вот ждите. Что я такое буду делать, расскажу позже. Буду показывать поэтапно. Хотите, покрутите пальцем у виска, хотите, скажите, молодец. Но все равно хочу показать, потому что очень интересно. Нашла технологию необычную для оформления стены. Так что ждите сторис.